Для того, чтобы разобраться, как работает программа, давайте вспомним о том, что такое линковка. На этапе компиляции в места вызовов функций в объектных файлах подставляются имена функций. После этого на этапе линковки имена функций в местах вызовов заменяются на адреса этих функций. Соответственно, в тот момент, когда компоновщик ищет адрес функции по имени, может произойти одна из двух ошибок. Первая ошибка – это undefined reference, которая означает, что в каком-то месте есть вызов некоторой функции по имени, но соответствующее тело этой функции ни в одном из объектных файлов не найдено. Либо multiple definition. Это означает, что одна и та же функция встречается в объектных файлах несколько раз. Наиболее распространенный способ получить multiple definition заключается в том, что вы определяете некоторую функцию не в файле с кодом, а в заголовочном файле. Соответственно, если это заголовочный файл HPP с вашей функцией включается в два CPP файла, то в результате вы получаете два объектных файла, в каждом из которых определена эта функция. Поэтому не стоит определять функции в заголовочных файлах.